Так, друзья, снова с вами лохматая душа. Ребят, от всего сердца, от всей души хочу сказать вам спасибо. 2 недели мы с вами прожили. Сейчас, ребята, благодаря вам, нам привезли корм. Он сейчас разгружается. Я потом отдельно покажу вам фотографии. Итого должно быть у нас 500 мешков. Ребят, огромное вам спасибо. Это мы с вами выживем еще 2 недели. Но, друзья мои, дело в том, что солнце в глаза просто бьет. Дело в том, что 2 недели, ребята, а потом опять с вами продолжаются опять крики, опять вопли, опять мои просьбы. Друзья, я искренне вам благодарна за то, что вы нас не бросаете. Вы наша жизнь, и я не боюсь этих слов. Ребята, дорогие мои, спасибо вам. Вот от всего сердца спасибо вам. До слез тронута тем, что вы для нас делаете. И благослови Бог ваши семьи. И пусть у вас все беды проходят стороной. Всегда, особенно сейчас, когда непонятно, что творится и как страшно. Ребята, миленькие, родные мои, спасибо вам. Ребят, благодаря вам мы провели ряд стерилизаций. Стерилизовали нашу блесунью Кимбу. Чувствует она себя уже хорошо, да, Кимба? Какая красавица у меня, какая девочка, кошечка моя. Но, ребята, дело в том, что подростки подрастают, и операции еще нужны, нужны стерилизации. И это наша к вам просьба, помогите нам, пожалуйста, со стерилизациями. Ребята, у нас огромные долги в клиниках, потому что очень много оперируем. Вы сами видите фотографии, и чуть дальше я расскажу вам про Моника. Ребята, это те, кто попадает к нам с травмами. И мы просто не можем пройти мимо, мы должны их вылечить. Ведь им больно, так же, как и нам. Просто больно. Ребята, они живые. Они такие же существа этого мира, как мы с вами. Ребята, я благодарю вас за то, что вы с нами, за то, что вы дружите с нами, за то, что верите нам, за то, что приезжаете. И сейчас, как только закончится карантин, я приглашаю вас всех. Приезжайте, мои хорошие. Потому что ведь можно 100 раз посмотреть видео. Можно слушать о нас и хорошее, и плохое. Ребят, главное это увидеть один раз своими глазами. У нас все открыто. Мы вам все показываем. Друзья, пожалуйста, приезжайте. И дружите с лохматой душой. Потому что, ребят, это наш мир. И сделать его добрее только в наших силах. Люблю вас всех. Друзья, жизнь в приюте, она не останавливается ни на мгновение. Работа рутинная продолжается. Продолжается уборка вольеров, продолжается осмотр животных, продолжается лечение, то, которое мы можем оказать своими силами. На этих фотографиях Моник, опухоль у него возникла внезапно. И смотрелось это очень страшно, просто чудовищно. Просто развороченная челюсть. Перепугались, сделали снимки, послали сразу мальчика на осмотр. Моника прооперировали, мордочка у него зарастает. Малыши на капельнице потихоньку выздоравливают. Стерилизации, которые мы провели недавно. Слава Богу, все у нас заживает, и животные чувствуют себя хорошо. Ребята, проблема только в том, что долги висят.
Долги висят страшные. И не дай бог, сейчас что-то случится и придется кого-то подобрать. Корм перед вами. Его хватит на 10-12 дней. И потом, ребята, будет опять крик, будут опять просьбы. Будем искать слова, чтобы достучаться до людских сердец. Пожалуйста, глядя на эти кадры, я хочу с вам сказать огромное спасибо за нашу жизнь. За то, что вы с нами, за то, что помогаете выжить. Когда вы смотрите на эти кадры, я прошу вас, оцените, что эти мешки, вот эта небольшая куча мешков, она должна прокормить 1700 животных. Огромное количество. Ребята, мы растягиваем корм как можем. И отказать в помощи тех, кого мы сейчас находим на дороге, но не могу я, ребят, я не могу пройти мимо. Прошу вас, загляните мне в душу. Загляните в мое сердце, ребят. Помогите. Станьте добрыми, милосердными, как этот мир, который дает вам жизнь. Ребята, а наш мир – это вы. Пожалуйста, глядя на вот этот корм, который мы купили с вашей помощью, это всего лишь 2 недели продленной жизни, в армии продленной. И я прошу вас, не останавливайтесь, мои хорошие. Если у вас есть возможность, помогите. И соберем деньги на следующий корм. Без надрыва, без выворачивания души наизнанку. Я прошу вас, мои хорошие, будьте с нами. И благослови вас Бог за вашу доброту.